Добрый день, дорогие мои друзья и гости моего канала. С вами Наталья и цветы моей души. Приветствую всех, кто любит дачу, кто любит сад, огород. Сегодня я решила вам рассказать о своих посадочках за январь и начало февраля текущего года. То есть уже мне есть чем похвастаться и показать, что же на данный момент уже произросло и достаточно хорошо развивается на моих подоконничках. Я тут приболела, поэтому прошу вас простить, у меня немножко осипший голос. Ну что, начнем мы, пожалуй, вот с пеларгонии. Это самое первое растение, которое я высадила на своем подоконнике. Вот такая должна быть у меня пеларгония. На данный момент вы видите вот 4 цветка, то есть в пакетике было 4 семечки, и все они чудесным образом развиваются у меня. Я еще даже их и не подкармливала. Вот этот маленький цветочек, он очень долго не снимал семенную оболочку, но в итоге я ему помогла, и тихонечко он уже, в общем, пошел в рост, и я думаю, с ним будет все в порядке. На данный момент вот у них уже 4 листочка. Четвертый вот где-то пробивается, где-то уже пятый идет. В общем, с пеларгонией у меня все замечательно. Сажала я ее 4 января. Следующий цветочек, который я вам покажу, это цветы гейхера колокольчики и хризантема корейская. Все отлично растет. У меня тут получается, видите, 2 дорожки хризантемы. Вот раз и два, да? А вот это посередине гейхера. Я хотела сначала тут третью дорожку, другой цветочек пустить, но потом передумала. Сажала я их 24 января. Это был понедельник. Я еще обратила внимание, что мужской день, что он не очень так плодотворно влияет на посадки. Но, как видите, все чудесно, замечательно у меня проросло. Гейхера вылезла очень густо. Мне, конечно, столько их не надо, гейхер. Семена были достаточно мелкие. Конечно, надо было их посыпать поменьше. Хризантема вообще чудесно растет. И я так думаю, что скоро уже будет пикировочка. Тут кое-где даже видны волосики от моей кошечки, которые, видимо, сюда иногда ко мне заглядывает мою рассаду. Вот, все замечательно. Далее я высадила в тот же день семена цветочка, который называется схизантус. Вот такой цветок. Вот так он у меня пророс. Сажала я его вот немножко. И вот, по-моему, все-все-все семена проросли. Я им немножко подсыпала земельки, потому что он начал вытягиваться. Но вообще тоже растет схизантус отлично. Еще 4 января я высаживала примулу. Вот она такая должна была быть у меня. Вроде бы посадила я все как положено. Убирала на 2 недели ее морозильную камеру для стратификации. В общей сложности выросла у меня всего 1 примулка. Ну, прям очень тугодумные цветочки. Я в первый раз вообще вот сталкиваюсь, чтобы так медленно рос цветок. Я сегодня ее подкормлю, но не понимаю, в чем дело. Почему только 1 цветочек пророс? Было всего 7 семян в пакете. Так, я тут немножечко перестановку сделала, чтобы мне было поудобнее вам показывать. Следующий цветочек, который я посадила, это уже было 4 февраля. Я высаживала петунью. Значит, петунья одна крупноцветковая, каскадная, махровая. Далее были 2 комплиментунги. Я об этом цветочке тоже рассказывала. Первый раз я их сажаю. Красный, белый и мягкий лайм. Мятный, извините, лайм. И петунья ампельная, сурфения. В принципе, вся петунья зашла неплохо. Вот если мы посмотрим, значит, комплиментунья. Так, сейчас мы спичечкой будем показывать. Комплиментунья у меня сидела вот здесь, посажена была. 1, 2, 3, 4. Вы знаете, вот здесь маленький пятый. Всего было 5 семечек, то есть все 5 зашли. Дальше следующие. 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 все 5. Отличный результат. Это комплиментунья. Далее, с этой стороны, сейчас я переверну
это сурфения. Сурфения. Это вот это вот. Вот это сурфения. Смотрим, тоже было 5 семян. Раз, два, три, четыре, пять. 5 из 5. И последняя петунья. Вот это дуэт крупноцветковая. Здесь получается 1, 2, 3. Получается в общей сложности из 20 семян у меня взошло 18. Я считаю, что это очень неплохой результат. Учитывая то, что я петуньей занимаюсь всего лишь второй год. Вот, а комплиментуни прям вообще меня пока радует. Единственное, что семена очень тоже долго не сбрасывали свои вот эти семенные коробочки, шлемики, как их называют, да? Но главное, что все они в итоге растут. Следующая у меня была посажена смесь колиусов. Ну, тут не только смесь. Давайте мы посмотрим. Это была, значит, смесь колиусов. Красный вельвет был такой сорт посажен. И коралловый восход. Что мы видим? Колиусы зашли, но опять-таки неровно. Вот здесь у меня... Так, спичку потеряла. Возьмем другую. Вот здесь у меня... Я сажала, старалась по 4 штучки в ряд. Вот здесь у меня 1, 2, 3, 4. Все 4 зашли. Здесь у меня прилипало, к сожалению, к спичке еще дополнительные другие семена. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, отличная схожесть. Это у меня идет красный вельвет. Как раз вот эти вот. То есть взошли все отлично. 100% схожесть. Следующие в серединке у меня были вот эти ассорти. Я на них выделила, скажем так, знаете, вот полторы полосочки. Вот так я решила сделать полторы. Вот из полторы полосочки у меня взошло 1 и 2. Это у меня смесь волшебник. И последний сорт был у меня. Это коралловый восход. Получается 1, 2, 3. И вот здесь я сегодня разглядела. Вот здесь вот как будто бы еще один товарищ проснулся. Решил тоже войти. Зайти. Ну, знаете, честно, выращиваю я колюсы первый год. У меня прям проснулся к ним интерес. Я думаю, что у меня с ними все получится. Я вот подсадила тут несколько семечек еще дополнительно, вот эти пустые места. Не знаю, взойдут так зайдут. А вообще я уже себе купила еще один дополнительный пакетик. Сейчас я его покажу вам. Тоже смесь окрасов, потому что вот хочу смесь. Вот. И вчера я их тоже подсадила. Но пока еще никаких, естественно, результатов вам показать не могу. И следующий, последний, что я вам хотела показать, это у меня лабелия. Лабелию тоже высаживаю первый раз я в этом году. Я показывала видео, у меня сначала не получилось ее посадить вот кучками, как я хотела, карандашом. Но, в принципе, все равно вот они, кучки видны, да? Вот, зашла лабелия неплохо. Вот эти кучечки прям в некоторых местах очень хорошо прям заметны. Я их сейчас пока пакетик сняла, но накрыла их таким парничком, крышечкой. И вот и лабелию, и колиусы. Они у меня стоят под крышечкой. Ну, как я ухаживаю? Естественно, спичечкой аккуратненько, аккуратненько, потихонечку начну рыхлить. Конечно, здесь очень, вот тут вот много мелочи вот этой вылезло, да, все-таки кучками удобнее сажать. И также я аккуратненько прорыхлила, подсыпала земельки под корешки колиусов, потому что это был тоже поверхностный посев. И потихонечку их спрыскиваю водичкой. Вот. И вчера я производила еще посев. Покажу, какие еще я посеяла семена. Вот они. И мы будем тоже ждать результат. Итак, смотрим. Я еще решила посадить гелиотроп. 6 штучек я их посадила. Это было вчера, посадки вчерашнего дня. Дальше я посадила немножко совсем львиного зева, семена прошлогодние. Далее я посадила
дельфиниум, три сорта, которые у меня уже были, тоже я вам показывала, куплены. И еще я подсадила вот такую петунью. Еще посадила петунья амперная, лавина, синяя звезда. Попались мне вот такие семена. Не знаю, что меня пробило, хотя я не хотела уже больше связываться с петунией, но вот я решила все-таки еще подсадить. То есть это я уже вам покажу чуть позже. Ну что, февраль у нас в разгаре, середина февраля. Продолжаем сажать, продолжаем выращивать наши будущие цветочки. И надеюсь, что вся эта красота в дальнейшем будет радовать меня и вас в моем саду. Заходите ко мне, если хотите посмотреть, как будет дальше расти цветы и украшать мой сад. Я сейчас с вами прощаюсь. Всем пока-пока, приятных моментов и до встречи в наших садах и огородах.